Нововведение в социальной поддержке населения. Приложение «Мобильный центр социальных услуг», запущенное региональным правительством социального развития, расширяет количество функций. Теперь сервис включает в себя 6 пунктов услуг для быстрого и удобного пользования социальными службами, не выходя из дома. Служба социального такси, социальная сиделка, ближайшие социальные центры, волонтерская помощь, полезные сервисы, а также уже известное приложение «Прокат технических средств реабилитации». В него включены данные комплексных центров социального обслуживания со всего региона, в том числе и Щелковского района. Можно зайти, посмотреть, какие технические средства реабилитации имеются в пункте проката. Если, допустим, в нашем пункте проката таких средств нет, можно посмотреть и, скажем так, в других районах, потому что на портале отмечены все пункты проката, которые имеются на территории Московской области. Одной из важных функций мобильного приложения является волонтерская помощь. Любой желающий сможет быстро откликнуться и помочь нуждающимся. Воспользоваться функцией могут люди с ограниченными возможностями здоровья, участники Великой Отечественной войны, лица старше 80 лет, а также пенсионеры, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и другие льготные категории граждан Подмосковья.